Это будет альбом моих собственных авторских песен. Я давно пишу музыку, я даже пишу музыку к спектаклям. И я хочу сделать какое-то такое новое совершенно, поскольку я в этом сезоне на новом витке нахожусь, у меня много новых впечатлений, и я хочу посвятить лето вот именно созданию абсолютно нового музыкального материала, поскольку я всегда еще занимаюсь аранжировкой сама. Я люблю, когда музыкант играет именно то, что я написала. Ну, наверное, это в связи с тем, что я академический музыкант, и я люблю, когда все это так сделано. Не просто так собрали, сейшн сыграли, да, что-то, и так и получилось, нет. И, в общем, я в таком творческом сейчас порыве нахожусь.